Всем здравствуйте! Недавно ведущая «Утро России» объявила неожиданную новость. Она увольняется и переезжает за границу. Елена призналась, что попросту устала жить на две страны. В прошлом году звезда вышла замуж за итальянца. Впрочем, редакторы программы уже нашли ей замену. Говорят, пойти на столь серьезный шаг Елену подтолкнула пандемия коронавируса. 34-летняя телеведущая несколько месяцев не видела мужа, который живет в Италии. Поклонники поддержали звезду утреннего эфира. Однако отметили, что будут скучать по ее обаятельной улыбке. Впрочем, кресло Ландер будет пустовать недолго. По сообщениям журналистов, ее место займет журналист телеканала «Москва-24» Мария Рыбакова. Данную информацию подтвердило и руководство компании, которое согласилось с решением теперь уже бывшей коллеги. Рыбакова начинала свою карьеру на региональных каналах «Астрахань-24», «РЕН-ТВ Владимир» и «Волга-24». 5 лет назад она заняла должность ведущей утренних эфиров в Москве. Поклонники могут помнить ее и по программе «Ой, все», в которой также снимались Ирина Шихман и Елена Болтинова. «Москва-24 меня сильно впечатлила», — делилась она воспоминаниями. «Это было настоящее большое телевидение. Много людей, камеры, огромный механизм. Все молодые, красивые, дерзкие. Прямо чувствовалась мощная какая-то верная энергия. Во Владимире смотрела их новости. Меня в дрожь бросало от слов стартовой заставки. Здравствуйте, с вами, например, Ксения Соколянская. Мне очень хотелось услышать свое имя. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.